Экскурсию начинают в церкви преподобного Сергия Радонежского. Она находится на улице Сергиевской и является одной из самых старых в этой части города. Ее построили в 18 веке на месте мужского монастыря. В 1701 году случается большой пожар, во время которого сильно пострадал и обгорел этот монастырь. Через год на средства нижегородского купца Афанасия Олесова была построена новая одноэтажная каменная церковь с главным престолом в честь преподобного Сергия Радонежского. В советские годы в здании разместили мастерские художников. По рассказам жителей города, в храме творился беспредел. Играла громкая музыка и ходили голые натурщицы. Только в 2004 году здание было передано Нижегородской епархии и началось восстановление церкви. В этом же году отремонтировали и дом мещанина Дубкова, где находится творческая студия. Улица Ильинская мне знакома очень давно. С детства, а сейчас я работаю в организации, которая расположена на улице Ильинской. Я узнал много новой информации. Часть я знал, конечно, раньше, но было много интересных фактов для меня. В арсенале экскурсоводов много фотографий. На них запечатлены разные этапы жизни исторических зданий. К примеру, этот известный отель на улице Ильинской еще несколько лет назад находился в полуразрушенном состоянии. Объект культурного наследия, памятник истории старообрядчества восстановили в полном объеме. А в конце 19 века здесь располагалась усадьба одного из крупных предпринимателей Нижнего Новгорода и городского головы Дмитрия Сироткина. Про некоторые здания мы совершенно не знали ничего, да, вот как бы для себя очень много интересного открыла вообще, как бы про насколько как все перестраивали же, все очень интересно, очень прекрасно, что здесь есть фотографии. Есть фотографии и усадьбы купчихи Татьяны Рябининой. Ограда особняка раньше была покрыта позолотой, а через балкон второго этажа проросло дерево. Потом его спилили в 2009 году, и теперь остался там даже пенек. А отверстие в балконе заделали. Почти каждый дом в исторической части города, не считая новостроек, хранит какие-то тайны. Организаторы клуба «Наш Нижний» готовы раскрыть их каждому, кто придет на экскурсию. Мы начинали, к нам сначала приходил буквально человек 15, сейчас вы видите, это уже около 40 человек, может быть, даже больше мы пока еще не считали. То есть аудитория растет. Целью нашего проекта является в основном это просвещение нижегородцев, это краеведение. Вот, то есть мы связываем православное, можно так сказать, православное краеведение. Проект реализуется совместно с архитектурно-строительным университетом. Экскурсии проводят студенты вуза. А 27 августа они раскроют секреты самой популярной улицы города – Большой Покровской. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижний.